Добрый день, уважаемые любители футбола. Мы рады вас приветствовать на стадионе «Спартак», где в рамках чемпионата Москвы по футболу среди команд любительских футбольных клубов дивизиона А встречаются команды «Родина» 2006 года рождения и «Торпеда М». Из обороны в атаку торпедовцев мы наблюдаем. Игра без центра. Тем интереснее нам наблюдать. Ждем активного футбола, результативного футбола. И голы не заставляют нас долго ждать, потому что первыми отличаются футболисты гостей, игроки «Торпеда», 80-й номер, Даниил Анциперов. С минувшим днем рождения. Заброс направления Борисова, нет офсайда. Удар и 1-1, здорово на паузе. Даниил Борисов укладывает голкипера на газон и буквально заводит мяч в ворота. Гол правомерен, несмотря на то, что выдержали некоторую паузу. Здесь интересно, у нас противостояние в центре поля намечается. Бирюков против Максима Мишутина. В то время как Борисов у нас оформляет дубль. Быстрая атака по левому флангу. Прострел Цепуштанова из близкого расстояния. Даниил Борисов вколачивает этот мяч, не оставляя шансов голкиперу. 2-1. Гончаров, второй между линией, принял мяч. И разрезающая передача направления Борисова. Даниил обводит вратаря и оформляет хет-трик. 37-я минута становится результативной для Родины. 2006 года рождения, а Даниил Борисов оформляет хит-трик. Продлевает свою серию. Атака в центре поля. Есть свободное пространство у Тимофея Щербакова. Мяч под правой ногой. Ждет он подключения партнеров. Продолжается. И уже под левую ногу красивым смещением и ударом в дальний угол завершает Владислав Вильгельм эту атаку в пользу «Торпеда», сокращая счет до минимума 2-3. Балабанов прихватывает его, но устремляется Николай вперед, пробрасывает мяч, а параллельным курсом движется Борисов. Даниил принимает мяч, удар, и это 4-2, покер Даниила Борисова. Вот так вдвоем они организовали эту атаку с Николаем Балабановым, и результатом их действий становится 4-й гол в этом матче и 4-й гол за авторством Даниила Борисова. 10-й гол в сезоне 11-го номера команды «Родины» 2006 года рождения. Более, возможно, продуманно, нежели это произошло. В итоге финальный свисток фиксирует победу «Родины» 2006 года рождения со счетом 4-2 благодаря покеру Даниила Борисова. Спасибо вам, что смотрели этот матч вместе с нами.